Здравствуйте. Сегодня я представляю модель калькулятора электроника B3-37, сделанная еще в СССР, в очень хорошем состоянии. Вот, почти, так сказать, в новом. Я вам сейчас покажу и клавиши, Ну, несколько цифр стерлось, но это не так важно. Главное, что все чистенько, все нормально работает. Вот. И он в хорошем состоянии. Просто я им и не пользовался. Вот купил. Вот здесь написано B3-37. Сделана в СССР электроника. Модель такая-то. Батареи 3 на 1,5 вольта. 0,45 ватт. И с задней стороны вся, значит, дана таблица на программирование. И вот, значит, вот я его сейчас включаю и нажимаю, ну там, допустим, значит, там вот циферки там 555 умножить, грубо говоря, сбросим